На улице плюс 12. Лед на Куйбышевском водохранилище стремительно тает. Но любителей подводного лова этот факт ничуть не смущает. Тем более, что рыба, проголодавшаяся за зиму, отлично клюет на удочку. Однако спасатели напоминают, пара рыбешек не стоит самого ценного человеческой жизни. Поэтому сейчас у сотрудников инспекции по маломерным судам жаркая пора. Круглосуточное наблюдение за акваторией Волги. Повышается опасность выхода на лед. Повышается опасность для рыбаков. Просто для граждан, которые решили вдруг прогуляться по льду, это очень опасно. Чтобы предотвратить несчастные случаи с людьми на льду, на водных объектах Ульяновской области, инспекторы ГИМС, Главного управления МЧС России по Ульяновской области, в ежедневном режиме проводят патрулирование водных объектов. Спасатели уже хорошо знают рыбаков. Удильщики привычкам не изменяют и в последние деньки стараются приходить на лед ежедневно. Но спасателям обещают, это последние вылазки в этом сезоне. Виктору Сергеевичу 76. Опытный рыбак не пренебрегает правилами безопасности. Ну еще там почитаешь соседям, как вести себя, как оказать помощь, Виктор Сергеевич, и куда звонить. Лед на Волге сейчас рыхлый и неоднородный, и с каждым днем теряет прочность. Течение размывает лед снизу, появляются промоины. Еще раз повторяю, что очень активное идет таяние льда. Каждый день толщина льда уменьшается порядка 20%. В Ульяновске пока остаются любители острых ощущений, поэтому спасатели призывают жителей не испытывать судьбу и лед на прочность. Анна Тищенко, Ол Правда ТВ.